Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вам две бюджетные идеи, которые помогут вам навести порядок на вашем рабочем столе и значительно упростить и облегчить работу. Ну что, поехали! Если у вас после какого-либо ремонта остались обрезки пластиковых труб, не спешите их выбрасывать. Докупив еще немного необходимых деталей, из них можно собрать очень удобную стойку для инструментов. Кто-то скажет, что подобные приспособления лучше крепить к рабочей стене. Возможно. Но что делать, если ваш рабочий стол не примыкает вплотную к стене, как это у меня, и вам не так уж удобно постоянно тянуться за нужным инструментом? К тому же, если вы захотите переместить куда-нибудь в другое место рабочую поверхность, не станете же вы переносить и стену? Хотя... Ну а это мобильное приспособление позволит вам перенести необходимые инструменты к любому рабочему месту. Для начала вырежем 2 квадрата фанеры.
Размечаем все и сверлим необходимые отверстия. Кстати, при работе с перьевой фрезой по фанере лучше сверлить с двух сторон, до половины, чтобы не рвало заднюю часть.
Ну вот такая удобная и в то же время простая в изготовлении штука у меня получилась. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд — это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.